Привет всем! Вы смотрите канал Татьяна Парфумом. В сегодняшнем видео я вам хочу показать бижутерию с магазина H&M. В общем, я сегодня утром пошла в этот магазин для того, чтобы купить что-то интересненькое по хорошей цене, потому что в Италии начались скидки. В общем-то, у меня два чека, то есть две покупочки. В общем, вот эту покупочку вместе с чеком я сейчас отложу на минуточку. И вот эту покупочку буду вам сейчас показывать. В общем, вот эту покупочку я покупала, то есть в этом чеке. И если бы я вот это вот все покупала по полной цене, у меня бы была сумма 56 евро 43 центезима. В общем-то, а по скидке я заплатила всего лишь 9 евро и сэкономила 47 евро 43 центезима. То есть вы уже должны понять сразу, что я хочу сказать. Хочу сказать, что очень выгодно делать покупки, когда есть скидки. То есть надо пользоваться вот этими скидочками. В общем-то, я отставляю в сторону вот этот чек и начинаю демонстрировать. В общем, сейчас в моде вот такое вот нашейное колье. По-моему, есть название вот такого колье, я не помню, как называется, в общем-то, так что вы меня простите за мою неграмотность, за мое незнание, в общем, ну вы поняли. Здесь есть картинка и изображается, как надо носить вот эту штучку, будем говорить штучка. Красивый бежевый цвет, цвет пудры, можно сказать, косметической пудры. Был еще черный цвет, я почему-то не хотела брать черный, можно было бы и взять, но я пока еще хочу подумать, нужен мне черный цвет и такая же модель или нет. В общем, купила вот это, купила я вот такие вот сережечки, веселые, интересные, молодежные. Такие гвоздики, чтобы носить. Летний вариант и вообще вариант зимний, осенний и весенний, можно так сказать. В общем, накупила я себе вот что, как же это называется на русском, тоже забыла, вообще забываю русский язык. В общем-то, здесь скидка, конечно, была невелика, потому что 2 евро 49 реальная цена, а заплатила я всего лишь 1 евро. Но все равно сэкономить евро 49 это тоже хорошо. В общем-то, я купила, потому что такие невидимки, по-моему, называются, всегда нужны. То есть пусть будут. Сережечки купила, мне понравились, немножко тяжелые, но одеть для какого-то аутфита, я думаю, что будут смотреться даже очень красиво. Ну ладно, то есть вот такие вот сережки. Потом это брелок, по-моему, да, называется брелок, чтобы носить ключи, можно цеплять, а вообще-то это и не брелок, такую штучку можно цеплять на сумочку, да, для красоты, сейчас так модно. В общем, я купила, заплатила 1 евро, цена была 5,99, в принципе, да, можно было бы и еще кое-что взять, но ладно. Вот такая вот интересная штучка. Потом я еще решила купить
Это называется порта банкомат. Ну, то есть носить карточки, банкомат можно носить, кредитную карточку можно сюда положить, можно положить даже деньги, а можно положить и какой-то документ, например, да, такого размера. В общем, мне понравилось, в общем-то, и я купила всего лишь за 1 евро. Пусть будет всегда такая вещь нужна в доме, в гардеробе, точнее. И вот такую вот сумочку, чтобы носить телефон. Вот, телефон. Сюда можно положить. Дальше есть вот такой вот ремень, чтобы закидывать на плечо или на руку. Я думаю, что это мужской вариант. Вот, ну, в принципе, я взяла для мужа. Здесь, значит, есть молния. Можно открыть, положить монетки. Вот. Здесь открывается типа кошелька. Вы можете положить все ваши карточки, кредитные карточки или какие-то другие карточки, или документы, или даже водительские права. Здесь тоже кое-что можно положить. И здесь можно ложить деньги, да. Ну, я думаю, что это мужская сумка. Эта сумка стоила 5 евро, но по ошибке прицепили цену 3 евро. И я купила за 3 евро. А стоила такая сумочка 19,99. То есть мне повезло. То есть мне продали за 3 евро. Потому что эта ошибка была продавцов. И приступаю к второй покупочке. То есть я заплатила всего лишь 2 евро за вот такие вот браслетики. То есть что произошло? Я взяла вот таких 3 набора, и в каждом наборе не хватало или одного браслета, или два браслета. И, в общем-то, мне продавец на кассе переложила это все вот в этих два набора, да, то есть чтобы комплект был полным. Ну, почему не хватало? Потому что воруют. Воруют и все. И ничего они не могут сделать. Говорят, что, к сожалению, мы не можем проследить воров. И мне сказали, что у них видеокамеры в магазине H&M здесь, в Италии, в моем городе, не стоят. Ну, мне так сказали. Правда ли это, я не знаю. Вот такие красивые браслетики мне понравились, потому что они летние, такие нежные. Вот, их можно так вот сплять. И потом здесь эти браслетики легко регулировать под вашу руку. Вот как смотрится, да? Очень классно. А как регулируется? Регулировать это я вам сейчас подскажу. По-моему, где-то надо дергать за веревочку. А вот, видите, я дернула за вот эту веревочку, подсовываю, и смотрите, каким маленьким стал этот браслетик. А если вам надо увеличить, вы просто берете вот так, делаете, и все, делаете под размер вашей руки вот такой браслетик. Поэтому эти браслетики мне понравились. И вместо того, чтобы покупать, есть некоторые люди, которые идут и воруют просто, все одевают на руку и уходят с магазина. Так что вот так. На этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть вот это видео. Посмотреть, какая бижутерия продается в магазине H&M в стране Италия. И пожелаю вам всего самого доброго. До скорой встречи, дорогие мои. Я вас их целую. Пока-пока.